мои любимые, искупалась, намазала этот. Я же готовлюсь, девочки, вы что? У меня, я вот это одела, а снизу у меня вот так полотенце. Я просто вот так выходить не хотела, девочки. Это я одела, но у меня волосы мокрые, вы поняли, да? Маску намазала на голову. Думаю, чуть-чуть подержу. И пока маска будет... Девчонки, я же вчера забыла маску надеть на лицо. Так, короче, запарилась с этой кухней. Я вчера же готовила туда-сюда, короче. Опять все заляпала, опять все, короче, помыла. Блин, как у меня волосы падают, как я не знаю. Сейчас я как лысая. Но, девчонки, все будет совершенно ок. Принесла воды. Я искупалась, маску намазала и оставлю. Потому что мне теперь надо подготавливаться. Хочу сделать глину на лицо. Мой племянник ушел со своей собакой. Так что готовлюсь. Какую буду я глину делать? Белую, наверное. У меня, девчонки, вы что? У меня здесь, знаете, целая коллекция глины. Целая коллекция. И она помогает, девчонки. Вот кажется, что нет. Голубая у меня глина есть. И это голубая. У меня, наверное, так, белая уже, наверное, закончилась. Я же столько делаю. Это тоже голубая. Короче, ладно. Кирсин голубая глина. Голубая. Я не знаю, что у меня столько голубых глин. Красная глина. И желтая глина. Давайте желтую сделаю. Блин, здесь все рассыпалось. Давайте желтую сделаю. Я... Ой, раньше вы что? Вы что? Раньше постоянно... Ой, что я только на лицо не мазала, девочки. Ох, как я себя... Ох, как я себя готовила раньше. Вы что? Это был не уход, это было что-то. Это было что-то. Запустила чуть-чуть себя я. Но это все можно восстановить сейчас. Вы видите меня вот такую? Королевшина сейчас буду. Королевшина, девочки. Королевшина. Девочки, а платье-то я не примерила. Я не знаю, я в него влезу, нет. Но надеюсь, что влезу. Но если что, у меня там запасное тоже есть. У меня есть такое платье, резинка, короче, там. На любой вес. А, девочки, вы знаете, что такое мотокросс? Вот я раньше не знала, что такое мотокросс. Что я много воды налила. Это вода купленная, поэтому я в стакане принесла. Я, короче, смотрите. Вкратце, короче, рассказываю. Мой муж очень любит мотоциклы. Есть много видов спортов насчет мотоциклов. Есть мотоциклы обычные, как вот этот. Короче, 25 кубиков. Короче, не буду я вам объяснять, вам это не нужно, короче. Просто есть такие, которые по горкам мотоциклы. И они там прыгают, короче, с одной горки там на другую горку. Ерунда. Но мне не нравится. Я извиняюсь, я никого обидеть не хочу. Но для меня это не вид спорта. Хотя это очень сложно. Я думала, залез, хур-хур-хур-хур-хур-хур-хур, сделай все. И у нас здесь в Талавере самый лучший считается, короче, чемпиона мира вот этим по этим мотокроссам, короче, по мотоциклам, короче, приезжают. Сейчас уже нету, сейчас уже Барселону. Они же здесь делают эти... Короче, это не так легко. Не так легко, короче, но у нас здесь очень хорошая этот площадка для этого. И все, кто приезжал вот из Америки, там же со всех стран, даже из России один был. Вот, они говорили, им очень нравилось здесь помещение, короче, все. А это, знаете, девочки, это вот такое поле, как мое, пустое, но все горки. И там, короче, без условий, без никаких. Ты вот на высоте стоишь, а там ни тенечка, ни херечка. И вот ты стоишь и просто смотришь, как они прыгают вот снизу вот так, да? Вот ты наверху, а они внизу вот так прыгают. Там есть места, где прям... Есть места, где вот так, тык-тык-тык-тык, как волна идет. Там мотоцикл вот так, ты можешь так, ты вот... И, короче, мне муж говорит, чемпионат будет в эту субботу. Ты идешь со мной? Это вот я с ним... Пару месяцев,
как замужем. А я не понимаю, о чем хочет мне сказать. Компионат, концерт. Короче, девочки. Я говорю, конечно, иду. Я ему, да, иду. Он говорит, там надо пораньше прийти, много людей будет, надо хорошее место взять. Я говорю, а, хорошо. Девочки, это пораньше идти, это, наверное, к 8 часам надо было. Я в 6 часов просыпаюсь. Честное слово, вот я вам сейчас расскажу. Вы хотите, верьте, хотите, думайте. Вот такая я. Вот и все. Теперь ему глажу рубашку, брюки, обувь ему чищу. Ну, как полагается, как я считала, что так полагается. И себе стрелочки выгладила. Ну, такие солидные брюки. Рубашечку себе приготовила. Бигуди поставила. Феном сижу. У меня волосы длинные. Фен поставил. Феном. Бигуди. Чтобы закрутились. Лаком выровняла. Ресницы накрасила. Тонкие стрелки сделала. Пудра, не пудра. Короче, намарафетилась. Мой муж просыпается, так на меня смотрит. Говорит, вау, какая ты красивая. Я про себя думаю, ага, еще бы. Еще бы. Понимаете? Короче, готовлюсь. И он мне говорит, идем. Я одеваю такие каблуки, шпильки, девочки, шпильки. Как я их любила. У меня такие черные обувь. Я их когда увидела, меня муж сто раз спросил. Я сейчас потом начала понимать, что он говорил. Он говорил мне, ну, если тебе нравится, возьми. Ну, куда ты их оденешь, только же на свадьбу. Потом он понял, что я в любое место могу их ходить. Одеваю эти шпильки, он так на меня смотрит. Он что-то мне говорит, а я ему. Короче, девочки, собралась. Браслеты, цепочки. Короче, там. А бусы такие я одела еще. Едем. Смотрю, он куда-то едет. И а мне говорит, идем. Идем, давай быстрее, сейчас люди будут много. Я думаю, куда мы пришли? Иду, девочки, иду, не поверите. А там земля. Вы понимаете, что я вам хочу сказать? Поле. Вот. Еще дождь был, грязь такая. И мне говорит, нам надо вон туда залезть. Девочки, я наступаю каблук вовнутрь. Я на цыпочках иду. Я иду на цыпочках. Я думаю, вау. А он одел, я ему говорю, одень рубашку. Он говорит, нет, он одел спортивки. Я думаю, ну как всегда меня позорит. Ну у них же вкуса нету, думаю. Че, куда? Куда этому испанцу, да, меня, дагестанки? Он же вообще, если бы не я, ох, думаю. Девочки, иду, поднялась на эту гору. Стою. Мы туда, наверное, припёрлось полдевятого, а это в 11 часов начинается. Я ему хочу сказать, что мы будем здесь столько времени делать? А там они делают разогрев. Этот мотоцикл как начали ехать вокруг. Он такой, а, этот на имя мне тоже говорит, это смотри. Там такая пыль. А я столько крема я сделала. Я сделала роча крем. Духи французские. Я сижу. И говорю, я вот для этого сюда пришла. И думаю, когда это закончится? Я ему говорю, я им покажу. И касса когда? Он говорит, 2 часа. Я
Я говорю, до 2 часов. Девочки, вы не поверите. Он мне говорит, теперь надо туда пойти, чтобы оттуда можно было видеть, как они выходят. Старт ихний. Потом надо туда. Девочки, иду за ним. Я... Мои черные брюки, уже к 2 часам они были серые. Обувь, девочки, у меня уже на руках были, я босиком. Уже не могу не ходить. Мои локоны, вы просто не представляете, девочки, через что я там прошла. А все такие в шортах, это месяц май, такая жара. В шортах, девочки, они там сидят с пивами, орут. Там, девочки... Там такие, которые девчонки туда проходят, они как мужчины, как мужики, мужикообразные. Там ни одной нету такой, знаете, вот. Потому что, ну, это вид спорта такой. Понимаете, который везде сережки, все. Теперь я сгорела там. Я просто сгорела. Я не знала, куда спрятаться. Там ни одного тенечка. И как назло, дождь начал. Не сильный, а такой мелкий. Я промокла до конца. Это все прилипло. Это грязь. Я так себя чувствовала, что вот меня взяли вот так лужу воды с грязью, помешали, вот так сверху налили. И я оттуда выхожу. Это закончилось. А на следующий день еще... Еще один раз. Он билеты купил, они такие дорогие еще были. Я сказала, чтобы я еще раз пришла на такой этот... Это для меня... Вы просто представить не можете, девочки. А на следующий день к вечеру ходить не могу. Все мышцы болят от того, что на цыпочках ходила, на этих каблуках. Зато вы бы видели, как на меня все смотрели. Наверное, думали, это откуда? Я одела, я еще помню. Шарф так зависала здесь вот, на шее. Этот шарф я потом на голову так завязала, чтобы не пекло. Это был кошмар, девочки. Это был кошмар. Я ему сказала, больше никогда. Вот мы вот вспоминаем иногда, разговариваем на эту тему. Он как смеется, когда он мне говорит, я смотрю, ты так оделась, хочу тебе объяснить, в такое место спортивной обуви лучше идти. А ты говоришь, нет. Я думаю, ну нет, так нет, иди как ты хочешь. Я ему говорю, ну ты же мог мне хоть показать, у него уже видеокассеты есть, показать, вот туда идем. Он говорит, я думал, ты поняла, мотокросс, что это такое. Я говорю, откуда я поняла? На следующий день я это первый и последний раз. Я больше не пошла никогда. Потом мы один раз в Мадрид ехали, правда. В Мадрид поехали, но там это уже в закрытом заведении было. Я уже так, нормально, короче. Там, ну, брюки там туда-сюда. Нормально так уже поняла, короче. Но там сиденья были, там сесть можно было. Это просто не это было, а что, вот другой, который вот... Наверх залетает, они вот так с мотоциклом крутятся, потом, ну, это другой, короче, спектакль такой был. Мы ездили, моему мужу очень нравятся эти мотоциклы. И есть специальные мотоциклы для мотокросса, есть специальные мотоциклы, которые по трассе, ну, на асфальте. Потом есть мотоциклы, как трейли, как эти, которые без сидений по камням. Короче, очень много вид спорта есть на мотоциклах, да? Возненавидела я в этот момент мотоциклы. Этот запах, этот шум. Я не знаю, девчонки, я не знала, куда мне деться. А сказать ему тоже не могу, домой меня отвези. Он это весь год ждет. Ну вот так, девчонки, сейчас я чуть-чуть... Маску вот эту оставлю, потом искупаюсь, волосы уложу, накрашусь и вам покажу.
Так себя хвалила, сегодня даже неохота. Но погода сегодня хорошая. Сегодня вот как будто вот как будто девчонки вот специально, да, вот солнца вообще нету, вот и дождя нету, и солнца нету. И пасмурная такая погода, шикарная. Жарко не будет, ничего. У них, у ее дочери мужа, у ее дочери свекровь есть. У этой свекрови есть кафешка. Вот в этом кафе они, ну это их личное кафе, они там будут это коммуньон, я вчера на видео говорила об Аутису, это коммуньон, девочки, это коммуньон. Короче, это у них такое торжество, это как мини-свадьба, девочки. Вот, иду на коммуньон. Ну, там у них будет выпечка и будет это такое. У них церковь 5 часов была, я хотела пойти. А потом я там заговорила, она говорит, ой, такая жара, зачем тебе надо, лучше приходи, когда будет этот. А я хотела снимать, там вам показать. А там же не только его коммуньон, там будут несколько. В церкви будет несколько. Я хотела вам показать. Она сказала, может быть, родителям не понравится, что ты снимаешь. Так что я подумала, нахер мне это надо на самом деле. Вот так, девчонки, сделала я. Слушайте, даже неплохо выгляжу. Вот я же вам говорю, я не знаю, вот вы, наверное, думаете, что я в шутку говорю. Я даже вот так себе нравлюсь. Это же хорошо, девчонки. Посмотрите, да. Вот ничего не видно. Все так замазывалось глиной, да. Вот ни одной дырочки моих, вот этих, которые есть незаметно. Как мне нравится, как бы мне хотелось, чтобы их не было, вот этих. Ну ладно, девчонки, ничего страшного. Что теперь делать? Мой сыночек такой довольный, ушел, покушал, все. Я ему массаж сделала на спину, крем намазала на спину, такой прохладный, да? Он поспал часик, короче, и ушел, девочки. Я пойду, я говорю, понедельник приду тебя увидеть. Туда, на квартиру. Ты понедельник на квартиру придешь? Я говорю, да. Так что понедельник приду на квартиру. Идем поздороваться. Ой, она боится меня, когда так видит. Она смеется, начинает смеяться. Маскара. Это не больно. Как ты это уберешь? Я ванера. Я же потом голову должна проснуть. О, у Адама машина не заводится. Сейчас посмотрим. Девочки, процесс пошел. Голову помыла, чуть-чуть подсушила. Чуть-чуть. Короче, сейчас ободок одену, чуть-чуть намажусь. Ой, девочки, как будто подобрала, У меня здесь есть написано ботокс. Сейчас как влеплю в себя. Я здесь такая штучка есть, а тогда не приходила. Его хоть полоскать надо или нет, или просто тюхала и все. Девочки, если сейчас из меня получится как 15-летняя, это как? Это, наверное, вот так. По-другому как его? Она так не влазит, а влазит. О, как хорошо открылось. Короче, вот такую пиндюрку. Девочки, сейчас я посмотрю, как ее делают. А то сейчас как изуродую себя. Это состав. А как мазать? Наверное, для тупых нету, как я. Только состав есть. Вот так, говорит, будешь, говорит, прям 20-летняя. А ну давай. Чуть не упала. Это, наверное, вот так надо, да? Ой. Это вбивать, наверное, надо. Я сейчас как дам по своей роже. Короче, девчонка, сейчас, если меня муж не узнает, скажет, ты кто такая? Всю банку набухаю. Ой, а что она мне щипит? Вроде же не должна. Или это уже, или это...
Что это такое? Почему щипит? Это же, говорит, надо вбивать вот так. Короче, я как вобью. Она у меня щипит чуть-чуть. Сейчас как сгорит лицо девочки. От этой красоты. Хорошей, Наталья, хорошей. Давай, давай. Короче, двумя руками. Сейчас такие фингалы. Ну, а руки тоже сделаем, то, что осталось. Так. Я руки 15-летней девочки стали. Но она чуть-чуть меня пощипывает, девочки, если честно сказать. Сейчас, подождите, пускай подсохнет. Если не перестанет, уберу. А, не должно пощипывать, нет? Девочки, ну посмотрите. Прямо на глазах. Скажите своим мужьям, чтобы отошли. Не хочу грех на душу брать. Ой, что не сделаешь. У меня полотенце снизу. Я же только обратно искупалась. Моей дочке плохо стало, когда меня увидела. Сказала, тетя, ты что с собой натворила? А ну? Я как была красавица, так и есть. Оно щипит. Сейчас намакияюсь. Все будет щипеть, потом мне придется убрать. Но я чуть-чуть, девочки. Не буду на себя все бухать. Помните фильмы, как Морозко? Свеклу возьму сейчас. Короче, девчонки, проще говоря, так, где мои все сокровища? Меня уже пишут. Вы уже пошли? Какой пришла? Я только готовлюсь. Нас к 7 пригласили. Вот там, девчонки, до утра мероприятие. Я же в этот не пошла. Вот это делаю, чтобы потом меня не спрашивали. Вот. Вот это делаю. Так. У меня такая пиндюрка была специальная, куда делаешь и оттуда умажешь. Где она? Наверное, там в другой этой. Сейчас я посмотрю. Минуточку. Минутку. Нашла. Ты вот так идешь, да? Да. Ну хорошо. Но нету ничего. Больше нету ничего, да? Одевать у тебя нету ничего, да? Девочка, у меня одежды нет. Платье нельзя, юбочку нельзя, ничего. Хорошо, хорошо. Молчу. Все понятно. Возьми расческу, потихоньку расчесывайся, только что голову ей помыла. А ты там расчесывалась, да, уже у себя в комнате? Чуть-чуть. А, чуть-чуть-ка. Так, девчонки. Я тебе две косички сделаю, да, доча? Нет. Ой, раньше просила две косички, два хвостика. Взрослеет. Вот смотрите, у меня вот такое обычное зеркало. От одной пиндюрки у меня осталось. Вот туда наливаю тональный крем. А то вот ту капельку, девочки. Он такой... Вот я не знаю, почему. Вот о нем не очень хорошие отзывы. Но он для жирной кожи, я считаю, что он самый хороший тональный крем. Именно для жирной кожи. По крайней мере, мне подходит. Девочки, все равно у меня чуть-чуть пощипывает. Вот чуть-чуть.
процесс идет, что ли, омоложение. Я надеюсь, что меня хоть узнают. Столько вееров у меня, я стою в баночке этой. Ну что? Ага. Не знаю, девочки, протрукался я его тоником, ну его нахер. На всякий пожарный. На всякий пожарный, девочки. А кто его знает? Одна джинсы одела, другой, наверное, спортивки оденет. Logo também, né? Pera, eu termino com o meu. Чуть-чуть сниму вот так, чтобы на всякий случай, девочки. Я не хочу. А вдруг он мне не подходит? А кто его узнает? У меня ж лицо про... Не знаю, какое-то розовое стало. Я сделала, чтобы белое было. А он какое-то розовое стало. Девочки, я искупалась, и все равно смотрите. Смотрите, эта желтая глина не ушла, а? Я хорошенько лицо помыла. И все равно она осталась. Может, поэтому пощипывала? Может, надо было сперва тональным кремом сделать? Я как всегда. Все наоборот. Хорошо, что тоналку не нанесла. Кошмар. Тоник у меня вот этот, девочки. От Ланкона. Все буду показывать, чтобы вы учились, как не знаю, мне нравится. Ладно. Если ничего не осталось, я же все бухнула. А, чуть-чуть осталось. А ну. А куда ее бухать? Где я хочу хорошить? Я. Даже сама не знаю. Короче, вот так. Ну. Мне надо спиротоником вытереть лицо, потом это вохнуть. Но я, как всегда, у меня все наоборот. Ну ладно. Я не профессионалист, девочки. Я не волшебница, я только учусь. Так. Вообще сперва глаза красят, потом тоналку наносят. Ну, я сделаю, как я всегда делаю, девочки, и все. Вот так. Я постараюсь сделать тонкий слой, чтобы незаметно было, что я накрашена, девочки. А то мне иногда бывает, я так перестараюсь, девочки, настолько намажусь. Сразу говорю, предупреждаю, уберите своих мужей. И я замужем. Но от хорошего предложения не отказываюсь. Даже это много я сделала. Тональный крем совсем капельку сделала. Даже это много. Вот так. Девочки, шикарный тональный крем. Вот серьезно говорю, мне очень нравится он. Хорошо ложится. Так, сейчас, чтобы он чуть-чуть впитался. Вот так. Ветерком. Теперь начну. Что мне надо?
Хотя мне вообще ничего не надо, девочки. Я чуть-чуть уложусь, губки накрашу, румяна сделаю. Фух! Атас, 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 атас. Но здесь я думаю, так как я вчера расхвалилась, сегодня выхода нет. Надо что-то делать. А то... Видите, девчонки, как я вас люблю, весь процесс вам показываю. Сперва расчешу эти брови, которые идут домиком. Потом я покрашу свои голубые глаза. Так. Девочки, чего только нету, а то, что нужно, не нахожу. У вас такое бывает? И вот 100% он здесь где-то перед глазами. Ой, это губнушка, помните, которую мне муж дарил? Я хотела точилку. А где она? А где она? Ну, где эта точилка? Была же вот здесь, только недавно видела. Ну, ладно, короче, хрен с ней. Без точилки обойдемся. Чуть-чуть брови сделаю. Шоколадного. Это, знаете, сколько лет этому карандашу? Пуф. Смотрите. Вот эти сюжеты же выходят. Девочки, какая белая стала, нет? Вот эти сюжеты же выходят на Ютубе. Там. Ой, мамочки. Ее утром увидишь? Не дай Аллах. Короче, все на свете забудешь. Там пипец страшило. Слушайте, начинает мазаться. Смотришь на нее и думаешь, не может быть. Ну, это, конечно, надо, девочки, при свете видеть. При дневном свете или на улице вот так. Это может быть тоже, это не знаю, девочки. Потому что здесь же есть публичный дом. У нас возле церкви, прям возле церкви, девочки. Как раз грешил. И пошел, попросил прощения. Девчонки, какие они страшные. Они иногда вот проходят, где я кофе пью, там, а есть же хлебный магазин. Там что-то купить. Какие они страшные, девочки. А там же света нету. Когда туда идешь, там же у них такие лампочки, чики-чики-чики-чики. Темно. А мужик еще выпивший, а ему что? Там одна вообще вышла, девочки, если за нее деньги дают. За меня вообще не знаю, что дадут тогда. Или я такую высокую меня о себе. Наверное, она тоже думает, какая я красивая. Ой, девочки, пипец. Вот с этой штучкой, да, я вот, у меня есть карандаш. Я его чуть-чуть намочила кисточку. Мочу карандашом и просто подвожу стрелки, которые у меня были. У меня же татуаж. Ну вот, аля! Посмотрите на эти голубые глаза зеленым оттенком. Так, сейчас напудрюсь. Пудра тоже у меня здесь практически... Короче, вот-вот сдохну. Но
это все зафиксирую. Процесс пошел. Вот так. Теперь у меня здесь есть такая пудра белая, совсем белая. Тоже уже короче, вот так. Так. Теперь чуть-чуть ресницы. Этот у меня здесь есть. Она, наверное, уже сдохла. Вот из этой фирмы, знаете, вот она хорошая. Она, наверное, уже сдохла. Знаете что, я схитрю, короче. Я туда, сюда окуну. Вот так, поняли, да? И, короче, будет шикарно. Что-то я... Не хочу, чтобы тоже была жирная такая, поняли, да? Вот так, сейчас посмотрим. В понедельник иду к одной испанке. Она мне обещала ресницы поставить, что у меня никакой аллергии не будет. Сейчас посмотрим, девочки. У меня ресницы не маленькие. Дело в том, что они у меня тупо лежат. Понимаете, их надо закручивать. А у меня эта пиндюрка есть, которую закручивать. И ни хрена, девочки. Вот так. Вот так, девочки, а? Вот так, сейчас сделаю румяна. Вот, девочки, не знаю, почему у меня такое ощущение, что мне так румяна подходят. Или я сама себя внушила? Теперь растушую румяна. Эта кисточка была для этого, а это для растушуки румяна. Вот так. Теперь у меня есть румяна. Другие такие.
Вот эти розовые, они мне так нравятся. Вот так, так слегка я их сделаю, что просто вот совсем слегка. Какого хера слегка? Да хрена, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. О! 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 Это я? Да. Губы осталось. Вот сейчас я уложусь моим феном. И сейчас увидите. Чикардос. Девочки, как вам? Сейчас я вам платье свое покажу. Сейчас я вам все покажу. Как вам, нравится или нет? Красотка, правда? Смотрите, обратите внимание на мою грудь. Чуть ли не на луне. Одела я свою попу, девчонки, обувь. Обувь. Подходит, правда? Подождите, одену сейчас обувь. Ой, если я выдержу их. А, выдержу. Я их только один раз одевала на свадьбу, я их покупала. Ой, девочки, ох, ох, как я выросла, такая я была, такая я стала сейчас, подождите. Короче, сделала я себе духи Versace. Сухо-то, вот так, девочки, сейчас я вам покажу, подождите. Сперва иду туда, как всегда, а возвращаюсь, короче, красотка, смотрите. Как вам, нравится или нет? Только честно. Девчонки, правду мне пишите. Хороша баба, а? Ты какая-то смеется. Чего смеешься? Девочки, совсем другая, нет? Такая, смотрите, это же еще... Девочки, обратите внимание. А здесь уже, конечно, резинку одела. Знаете, снизу такой обтягивающий. Как вам, нравится или нет? Похорошела или нет? Я думаю, будут падать девочки. Девочки, если слышите... Это... Скорая едет забирать. Мне нравится, девчонки. Посмотрите, скромненько. Ничего такого тоже... Ну, я так просто... Может, я слишком накрасилась, а, девочки? Ну, вроде бы нет. Стрелочки, знаете... Ставим лайк, девочки. Подписываемся, поддерживай меня. Губы тоже накрасила, как мне нравится. Такие узенькие сделала. Не вот эти пельмени. Вот так. Кайдана смотрит и ржет. Кайдана, покажись ты. Доченька, покажись. Почему? Ты же красивая. Иди сюда. О, девочки, ребенок, чтобы не одел. Смотрите на моего мужа. Джинсы одел. Идем сюда, Кайтаночка. Иди сюда. Садись сюда. Идем, сделаем вот так, девочка. Я же тебя научила. А ну давай моргнем вдвоем. Раз, два, три. Красотка моя. Девчонки, не знаю, если слишком длинное видео не будет, я вам еще сниму кусочек там. Ну, я не знаю, посмотрим, да, если там будут люди такие, которые мне будет неудобно. Может, моих подружек сниму и все. Окей? Если что, не... если что, пока. Если что, не прощаюсь. Короче, ну, вы поняли, да? А мой маникюр подходит, правда? О, как я вовремя его сделала. Девочки, не могу не сказать. Вот такое у меня ощущение, прям лицо как будто вытянулось. Блин, этот ботокс, который я намазала, какой-то толк дал или что-то. Я столько хутур-мутур бухнула. Я сейчас сама не знаю. Вот, девочки, сейчас давайте не надо смеяться. Ой, я смотрю на себя, 20 лет даю. Какой 20? 18. Ой, мне бы сейчас голову с этим 18 лет, чтобы не было. И вот сейчас. Мой муж сказал, как всегда.
Это она сказала, какая ты странная тетя, ты у меня всегда красивая. Вот что такое любовь. Девчонки, я балдею от себя. Смотрю и думаю, завтра, если ролик не выйдет, меня угнали. Ой, Аллах, я очень хочу, очень хочу, чтобы оттуда ни один шейх султан не прошел. Потому что, о, смотрите, первый мужик чуть не умер. О, первый стоял, вот так прям аж загляденье было. Ну еще бы, на такую красоту не посмотреть, это вообще, девчонки. Это дураком надо быть, чтобы не заметить это произведение искусства. Моя подруга там эти штучки, пиля называется, где раньше в старину стирали. Пиля рисует, нет, чтобы меня нарисовать. Ну, конечно, если в голове нету, что сделаешь, девочки. Все. Вот так. Любуйтесь, девчонки, любуйтесь, любуйтесь, я вам разрешаю. Сплюньте. Только не говорите, что нет. Вот я все равно вам не поверю. Что хотите, пишите, девочки. Но я красотка. Я умею. Дагестанская женщина, Кавказ отвечает. Вообще у нас в России, девчонки, кто не умеет? У нас самое главное, чтобы у нас было настроение, девочки. Если у нас есть настроение, мы все можем. Мы все умеем. У нас нет вещей, которые мы не умеем. Мы все умеем. Просто иногда нам бывает не до этого. Свои мысли. У нас нету некрасивой. Это мне надо пристегнуться, девочки. Подождите. Вот сегодняшнюю работу, которую я сделала, ну, там чуть-чуть, что я там сделала, девочки? Чуть-чуть там попудрилась туда-сюда. Вот раньше ежедневно я делала. До смерти моей сестры, да, еще чуть-чуть раньше. Вы просто не знаете, девчонки. Вот, вот наша церковь. Алло. Вот наша церковь, девочки. А, вон там проститутский дом. Представляете, девчонки, да? Ну, заведение недостойное. Так называется. Я взяла с собой эти, которые... Кебарты вас. Эстрино. Вот, девчонки. Называется хотель. Он называется 24 часа. Гостиница 24 часа. Ну, всем ясно, что это. Что они только не делали, здешние люди. И забастовки делали, все, чтобы вот это убрать. Потому что там же напротив школа, девочки. Но там в 5 часов вечера открывается, и он там до 2 часов. Но все равно всякие эти приходят, да, вот. Ну, вы же знаете, в такие заведения, ну, как вам сказать, ректор, ¿sabes dónde está? O está perdido. Venga, yo te lo digo. Он говорит, я не знаю, где это. Он ошибся, в другую сторону пошел. Я могу, я тебе сейчас покажу. Ну, что, на кепо рай, ну? Угу. Знаете? Я это сапа, окей. Знаете мою подругу? Это с гуаписима. Это гуаписима. Мира кирбунит айтас. Кевин бусит. Ну, просто как идеально на интернет. Это, которая мне подарила картину, которую нарисовала. Это она. Это моя подруга другая. Это ее родная сестра. Это президент. Это муж ее. Ее муж. И это, и этот мужчина, он так умнейший, это ее муж. Ту маридо нота. Вот, смотрите, что на столах. Смотрите, вот это какая вкуснятина. Смотрите, это все выпечка. Короче, это, короче, столы полные. На столах все есть, девочки. Все. Видите, все есть. И выпечка, и это. А я вам сейчас покажу, подождите. Вот это мне нравится. Девочки, на мою подругу. На ее обувь. На пасана. Девочки, на ее обувь. Теперь это миллионерша. Миллионария. Есения. Это у нас, который 2 миллиона, это у нее.
corriendo a que me oiga. Si estoy diciendo que eres millonaria. Que yo no soy millonaria. Bueno, ay, cállate. ¿A qué millonaria? ¿A qué millonaria? Орет, говорит, нет у меня денег. У всех, у кого есть деньги, говорят, нету денег. Девочки, ну что за закон, а? Сейчас я вам покажу машину, которую они... Я вам сейчас покажу кое-что. Подождите. Смотрите, как они стол приготовлены. Смотрите, как красиво. Это его альбом. Это его альбом. Посмотрите, как красиво. Как они красиво делают. Не хочу, девочки, вот так просто покажу. Лицо не хочу. Смотрите, вот так. Лицо не хочу показывать, потому что вдруг им не понравится. Вот. Смотрите, вот так он одет. Yo no la voy a sacar, yo no la voy a sacar la cara, ¿vale? Solo te la saco la ropa. No, me deja sacar la cara porque está guapísimo. Девочки, посмотрите, какая красота. Mira qué bonito, qué bien está hecho. Ah, yo también, yo ya fuimos de comunero también, van de deportiva, ¿no? Porque yo no lo voy a comprar zapatos y luego no se lo sabe. Смотрите, какой красивый. Да, письмо объясни. Это ее сестра. И Марина también. И Марина también está muy guapa. Y Marina, si ya una mujer. Ой, какой красивый, девочки. Mira, ты parece un chico mayor, ¿eh? A mí que me llama papá. Igualito que su abuela, ¿eh? No, mira, tu nieta. Me encanta el álbum, me encanta. Y de Marina también me ha gustado mucho. Это мама, это Марина, это Hugo, это ее муж. Марина cambiado. Вот такой альбом они делают. Им очень нравится Формула 1, и поэтому вот они поставили вот так. Это не primera comunión, это мой первый коммунион. Каску, смотрите. Это приготовили для него специально, чтобы фотографироваться и все. Молодцы, молодцы. Они молодцы. Они вообще умные люди. Me encanta, todo me gusta. Смотрите, девочки, чего только нету. Это все они своими руками. А кто туда еще про вас? Все они это сами делают. Смотрите, девочки. Los flores, yo no he probado todavía muchas cosas. Los flores son la mejor que he probado. Te lo digo en serio. Смотрите, девчонки, чего только здесь нету. Como una boda, О, вот это, вау. Это мы теннис кидар цвета. Смотрите, как мне нравится вот это. Это мне так нравится, классно. Смотрите, какой бар у них. Короче, видите, это все. Это все. Hola. Это все это куплено, это все с их деньгами, понимаете, девочки? А это сладости, когда дети проходят, это сладости дают. Это ее племянник. Вот, Кока-Кола, это все, короче. Здесь все есть, девочки. Здесь жить можно остаться. Все, что хотите. Да, я сюда помогу, Камареро. Лед, короче, у них все, девчонки, видите? Мне нравится. Отсюда посмотрите, сколько людей. Мне так неудобно. Вот она вот, видите, вот они вот такие, да, они люди замечательные, девочки, честное слово. Вот видите, она, заходи, посмотри, покажи. Молодец, молодец. Она говорит, если тебе что-то нужно, скажи. Понимаете, они вот такие, они все вот такие. Когда мне вот там одна девчонка в Минске живет, они так плохо обращаются, потому что мы иностранцы. Не верю, девочки. По крайней мере, здесь я. Они молодцы, они молодцы. Обувь сняла, девчонки, одела тапочки. Ветер какой, девчонки. Короче, кайфуют, девчонки. Конечно, много людей,
это все, да, шум, гам. Но это же мероприятие, девчонки. Моей подруге внук сделал первый свой коммунион. А вот и хочется с ними побыть. Она говорит, я тебя пригласила, потому что хотела, чтобы ты с нами была в этот день. Мне это очень приятно. Меня вообще все любят, честно говоря, девочка. Ко мне относятся очень хорошо. Потому что я тоже отношусь хорошо к ним. Уже более спокойнее, уже остались все свои. Итак, это мой Хосе. Его это мой Хосе, мой Хосе. Я ему говорю, это мой Хосе. Aquí está mi José. Hola. Muy guapo. Очень красивый, да же? Красавчик. Смотрите, девочки, как дети радуются. Моя, говорит, она стесняется, не хочет прыгать. Ой, смотрите, как ай. Это внучка моей подруги. Смотрите, какая прелесть. Здесь уже все. Hola, cariño. Hola, mi amor. Hola, qué guapa está como siempre. Hombre, me parezco a ti. Esta es mi vecina preferida. Me has dicho esta mañana que estaba muy guapa. Es que lo eres. Hombre, claro, pero es que de toda la vida, ¿eh? Теперь мы все на улице. Вроде бы как будто дождик собирается. Смотрите. Короче, мы проводим время замечательно. Посмотрите, на улице мы закрыли они улицу. С этой стороны, с той стороны. Вот что такое поселок, девочки. Какая прелесть, правда? Все свои, мы все друг друга знаем. Мы все... наша территория. Это Саленда Тумарида едет. А ты там не хосы. Está saliendo tu marido y espera. Está saliendo tu marido y digo, aquí está mi José. Y José. ¡Oh! Esta es mi padrina. Sama es mi vierna padrina. Oye, oye, tú también haces así con el aire, es como la gente. Hola. Видите, какие они все симпатики? Hola. Они все молодцы, все. Это... Девочки, на мои арбузы, а? Выскакивают, а, девчонки, смотрите. Кому ты думаешь? Она говорит, какие грузи? Я говорю, как будто у тебя нету. Семья сыносия, мидорму и тода, минканта. А ты на другую такой, на ты только ампер. Мне вот так волосы делают, я прям засыпаю, девочки. No, está guapa. Mira, mírate. Está guapa. Muchos pelujos tengo. Девочки, на этом я завершаю. С вами была ваша Наталья Курбанова из Испании. Со всем сердцем и со всем моей добротой хочу вам сказать пока. Девочки, он меня так просит, чтобы я его сняла, так что я его сниму сейчас. A ver, dile a mi chicas rusas. Hola, guapas. Os aconsejo mucho que vengáis a Gamonal. Hay un hotel buenísimo, se llama Haki. Espera, déjame traducir. Он говорит вам, что он вас приглашает в Gamonal, что здесь одна из гостиниц, ¿cómo se llama hotel? Haki. 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 Un hotel очень хороший. Mucho saludo. Vais a quedar encantado. Oye, en ruso, вам понравится. А qué guapo, aquí красивый. Eres guapo, ¿eh? Y sales bien. Esta es mi otra amiga. Esta es mi другая подруга. Esta es su madre. Bueno, con el dedo, qué feo esto. Es su madre. Это ее мама. Мама вся такая скромная, а сын, смотрите. Красавчик. Me parece como a mi padre. Похож, говорит, я на моего отца. Claro. Bueno, ¿te parece más a tu padre, tía? Echa mi padre, para que vean. Bueno, ya la tengo bien. Es su tía, esto es yo chucha. Vaya padruca. A mí ya me tiene muy vista. Tenemos una orquesta aquí de música. Oye, padre. Música. Se llama Raúl. Его зовут Raúl. Luego tenemos al que toca la guitarra allí. Это гитара, которую sí. трогает. Это ее сын. Это ее сын. Он в белой футболке. Bueno. Ya no hay nadie más de él. Bueno, ya está. Девочки, все.